Кадры из Чили, где прошла ежегодная томатная война. Поучаствовать в битве, цель которой – забросать как можно больше людей помидорами, приглашали всех желающих. Их собралось несколько сотен. На местную арену для Родео привезли около 100 тонн спелых красных снарядов. А по периметру разместили пожарных, которые одновременно и пыл участников охлаждали, и смывали с них томатную пасту.